Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, это «Хижина музыканта», и сегодня у нас третий выпуск «Гитарист притворяется звездой в чат-рулетке», то есть автором таких песен, которые сейчас в топе в чарте ВК, но на лицо этих артистов никто не знает. Йоу, привет, девчонки. О, привет! Привет, а вы слышали мою песню, она сейчас популярна в ТикТоке, да? Да. Вот это. Я взлетаю как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. Я взлетаю как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. Вы не против попасть в видео? Я просто снимаю такие... Да, конечно. Эти я знаю. Это на тебя подписано. Да? Да. Типа, ну круто. Круто. Привет. Привет. Послушаешь мою новую песню? Давай. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне в брусы, да лезь мне в душу, ну пожалуйста. Давай с тобой в этом танце мы потеряемся. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне в брусы, да лезь мне в душу, ну пожалуйста. Давай с тобой в этом танце мы потеряемся. У тебя очень красивый голос. Спасибо. Я так понял, ты песню уже знаешь, да, эту? Да. Круто. Хочешь попасть в мой видос? Серьезно? Где я записываю реакции, типа, на мою песню. Ну, люди... Это твоя? Да. Серьезно? Да. Блин, прикольно. Офигеть. Я рад, что ты ее слышал. Круто. Да. Она очень прикольная. Но ты хочешь связать свою жизнь с музыкой. Да, да. Да. Я же авторски тоже пишу, не только вот. А у тебя есть что-нибудь? Ну да. Ну давай, покажи. Не навсегда была твоя любовь, и все твои слова пустая ложь. Я больше не хочу смотри в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь, не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не дрожь. Супер. А я тебя знаю, ты из ТикТока, я на тебя подписана. Это хорошо. Да, да. Ты девочек наебываешь. Ты тоже девочка, давай я тебя тоже это самое. Уже не получится, скажи. Блин, ну спой что-нибудь. Ну давай, как, что хочешь. Не знаю. Какую песню? Я меломан, не играю. Ну так мне интересно, ты прям конкретную назови там. В голове любимую песню, что-нибудь. Ну допустим, если ты знаешь Noise MC... Любую вообще песню, вот вообще любую. Затяни со мной последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть, буду дымить назло. Боль на фильтре грязным бурым пятном, все, что мне от тебя останется. Урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Выдыхай скорей мою душу наружу. Ей тесно, в твоих легких так мало места. Выдыхай скорей мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Хороший выбор. Прикольно.
Спасибо. Молодец, что Нойза назвала. Это редко бывает. Ну, я вообще все его песни просто наизусть знаю. Поэтому, ну, у него любая песня хорошая. Классно. Привет. Привет. Срочно нужно твое мнение по поводу того, как я пою. Давай. Какую песню хочешь? Твою яхту. Яхту? Парус, которая? Давай. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Прикольно. Да? Очень красиво. Спасибо, буду знать. Приятно, что оценила. Я не помню, кто это кто композитор, там типа поется про то, что ну... там про выпуск на вечер, и весной это в красивом платье, и тебе... А! 15 лет. Да. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и недалантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу понял я, и Купидон мне сердце не стрелою дала пулю. Сказал наши классные детки, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тем плетусь за Юлей. Амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. Нормально звучит? Да, да. Очень круто. Ладно, давайте режьте. Хорошего вечера, а я побегу. Пока. 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 Все, стойте. Зацените мою новую песню, хорошо? Я песню пишу чуть-чуть. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне трусы, залезь мне душу, но пожалуйста. Давай с тобой в этом танце мы потеряемся. Зачем ты раздеваешься? Я так хочу сказать о том, что ты мне очень нравишься. Не лезь ко мне трусы, залезь мне душу, но пожалуйста. Не лезь ко мне. Че ты там всю песню решила этими передать? Нет, просто Лена, ты видите, как она танцует, это просто поведение. Давай поищем. Что хотите? Что спеть вам еще? Хороший этот исполнил нормально. Вот ты, мне кажется, если в ТикТок бы выложил, ты бы залетел, ну типа с этим. Да, ну хорошо, да. Попробуй залететь. Но... Привет. Ой, привет. Кто-нибудь пожалик? Привет. Давай, привет. Слышали, нет? Я недавно песню написал, она прямо так хорошо разошлась. Тлеет называется. Давай. Я взлетаю как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвет. Я взлетаю как ракета, для меня здесь вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. А кто ее придумал? Ну, я написал. Да. Вам ты ее написал? Да, слышали? Ты точно? Ты ее написал, да? Да. Что не верит такому? Но... Ты веришь? Я верю. Я верю. Это ты правда, ты с другом вроде ее писал, да? Ну да, это я совместная верю. Песня наша. Я верю. Типа ты тот самый певец. Да? Ну да, просто меня никто на лицо не знает. Ну ты вот попробуй на телефоне подруги включить, типа, ну голос прям мой там. Давай. Звучит. Хочешь, мы сейчас включим? Давай. То же самое. Я взлетаю как ракета, для меня здесь вся планета. Дёру белые кассеты, детка, ты уже раздета. Он пойдёт. А что ты тут делаешь, расскажи. Я, ну вот, чуть-чуть снимаю типа чат-рулетку. Я блогер. Ты реально?
Да. Типа, у тебя прикольная песня, кстати. Спасибо. Понравилось? Очень. Она вообще-то популярна сейчас везде, эта песня. Нифига себе, не знал.